схрон, ящик был замаскирован, оставлен, перекопан. Вот мы видим вот россыпь патронов 5.45 в носке, любовно упакован. Для сигнальных ракет срабатывающее устройство УЗРГМ-2, детонаторы, гранаты РГД и гранаты F1 оборонительные. Также видим из интересного еще сигнальные ракеты и тротиловые шашки 400 грамм и 2 по 200. Ну, в принципе, неплохой такой схрон. Ну, скажем, для совершения чего-либо этого вполне хватит. Какой-нибудь пакости. Вам зачем нужны были там все это? Ну, тротил, это же не шутки. Я даже не знаю, каким пользоваться. Ну как, наверное, не рыбу же глушить. Ну вы же находились в зоне, а то вы служили? Я в Троицке служил. В Троицке. Это Луганская территория, которая Луганской Народной Республики была оккупирована до 23 февраля украинскими войсками. Там производили чистки населения. Нет, я служил по ранслужбе. Ну вы же слышали, что происходило от других военнослужащих?